Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни. 31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на 1 час. 1, 2 и 7 января 2018 года являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмены, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, кроме отделений 4-5 класса, для которых 4 января установлен выходной день. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.